Друзья мои, приветствую всех на канале Просто Дима. Я нахожусь сейчас в Брестском конфискате. Никто не отменял мое еженедельное видео с обзором Брестского автоконфиската. Да, конечно, снимать уже тут практически нечего, друзья. Я уже, можно сказать так, приезжаю сюда по привычке. Вот, практически один ряд автомобилей. Вот, ничего я так особо нового не вижу, но... Пройдемся по тому, что есть. Перед началом видео, само собой, друзья, если вы не подписаны, подписывайтесь все-таки на канал, ставьте этому видео лайк, колокольчик. Я все-таки работаю для вас, стараюсь для вас. Ну, а мы пойдем сейчас посмотрим, что тут нового. Honda Civic, вот это, ребята, ее все-таки продали. То есть мне сказали, что ее продано. Ценник еще висит, 923 рубля. Но все-таки кто-то ее решил прикупить. Даже несмотря на ее вот такое вот достаточно печальное состояние. Гольфик, третий, 98 год, 1.6 бензин, универсал, механика, 3207 рублей. Тоже гольф не в лучшем состоянии, поэтому и стоит. Так, ну что тут наши дикие кони? Мустанги, я бы даже сказал. С полей. Чуть-чуть уценился, 567 рублей. Вот этот вот грузовик на четырех колесах. И вот этот вот трехколесный монстр. 798 рублей. А сколько он был? 845. На 50 рублей уценили. Мне кажется, надо уценить так рублей на 500. Ну, на 300 точно. Тогда его заберут. Тогда он уйдет. Так, ну и что тут у нас? Что тут у нас? Ничего особого. Новинок не вижу, это сотка. ₹2052, она тут относительно недавно, не успела еще даже уцениться. Дальше идем. 1101 рубль дизельный Ford Escort, 86 год. Что примечательно, универсал. Омега, это тоже уже долгожитель. Есть на втором канале ее обзор. 1814 рублей, друзья. Двухлитровый бензин, механика. 124-й Mercedes. Двухлитровый дизельный 85-го года. 2019 рублей. Тоже не в лучшем состоянии. Никому особо он не нужен за такие деньги. Ох, весь уже, весь потрескался. Это новинка с прошлого раза, Sierra дизельная, 2.3 дизель. 1047 рублей. А стекло, ребята, есть, по-моему. Да, стекло там внутри просто, видимо, да, просто тросик, видимо, оборванный, поэтому... Ну а задняя, да, задняя, видите, задняя выбита. Ну, из него можно пикап сделать, обрезать крышу. Вот, здесь заварить все, сделать такое корыто. И будет грузовичок двухместный, почему нет. Транзит, ребята. 2.5 дизель, 93-й год. 2687 рублей. Солнышко вроде бы светит, но так прохладно. Прохладно достаточно. Мондео 1620 рублей. 1.8 бензин, универсал. Такой вот подушатанный. Но на ходу машина. На ходу. То есть выехала своим ходом, насколько я знаю. 1749 рублей. Сиат Толедо. 94-й год. 1.6 бензин.
велюр, бочка, это не новинка, 90-го года, 1.6 бензин, 1377 рублей. Рено 19, 896 рублей. О, блин, только сейчас увидел. А что это там за... Что это там за вилка какая-то такая, как на 220 вольт? А, просто... Просто... Это типа как дополнительный бардачок использовалось. Вот это, я так понимаю. А я думал, что может это электромобиль в электросеть подключается. Еще одна Opel Omega 2000 года, 2.5 бензин, 5.724. Диски мне нравятся в этой Омеге, красивые, 17-е. Так, Volvo тоже продано. Да, ребята, смотрите, Volvo продали, но это не мудрено, в принципе, машина по низу рынка, с учетом еще, если это действительно двухлитровый дизель, а не 1.6, потому что 1.6 их больше гораздо, то это прям нижний низ рынка. Так, в целом, как бы, состояние у машины визуальное более-менее. Ну, цена, конечно, была не маленькая, но и машина свежая относительно. Дизельный Ford Galaxy 1.9, 99 год. 8262. 8262 рубля. Немножко тут у нас разъездились дальнобойщики. Так, лупастик. Ешка 250 ТД. 8208, ребята. Ну, ничего пока не поменялось. Машина тут недавно. И просили на нее снять обзор на второй канал. Там какой-то человек находится достаточно далеко. Писал там то ли 500, то ли 600 километров от Бреста. Снимем. Заходите на второй канал, кому интересно. Т4 транспортер. 98 год, 2.4 дизель. 10.098. Длинная база, но состояние, сами видите, прямо скажем, далекое от идеального. Ладно, друзья, вот, собственно говоря, и все легковые автомобили на сегодняшний день. На мототехнике тут, смотрю, особо тоже без изменений. Минск. D4-125. 14 года. 1641 рубль. Разобранный мотоблок. 691 рубль. Чуть-чуть уценился. Культиватор фермер 1427 рублей. По-моему, ничего не поменялось. 506 рублей скутер Apollo Jetix. Ну, сезон начинается, я думаю, что купят его рано или поздно. 541 рубль стоит Минск. Практически мой ровесник 74 года выпуска, чуть-чуть моложе меня. И плюс-минус такой же его собрат в неразобранном виде в качестве запчастей. 410 рублей, то есть можно его без аукциона приехать и за эти деньги купить, если он кому-то, конечно, нужен в таком состоянии. Ну что, друзья, вот, собственно говоря, вот такой вот коротенький обзор сегодня конфиската, поэтому ничего нового я здесь не нашел, кое-что продано, ну, что есть, то есть, как говорится.
И я так подумал, может быть, чтобы оживить немножко контент, мое предложение такое. Если вы ездите на машине с конфиската, если вы там не боитесь попасть на YouTube, попасть в кадр, то можно было бы просто встретиться, пообщаться. Вы бы рассказали, с какими сложностями там столкнулись там, в процессе покупки, эксплуатации, там, вложили что-то, не вложили, довольны, недовольны. Ну, в общем, вот такого вот формата видео, мне кажется, было бы интересно. Так что, если вы заинтересованы, пожалуйста, ссылки на мои соцсети в описании под этим роликом. Можете написать мне в комментарии там под этим видео, если у вас есть подобного рода машина и вы хотите снять обзорчик. Ну, а я, собственно говоря, на этом прощаюсь. Скриншоты проданных авто будут, как обычно, в конце. Ну и сейчас пойду еще на второй канал, сниму вот этот вот Mercedes Ешку Лупатик. Все, дорогие друзья, всем большой респект, мирного неба, и увидимся на канале. Пока-пока, друзья.